В музыкальном театре Кузбасса в эту субботу премьера «Сказка «Мой Дадыр»». Это детский мюзикл в постановке молодого режиссера Михаила Сабелева. Веселое, местами интригующее представление огрязнули, а в качестве рассказчика выступает старый, повидавший виды торшер. Премьера состоится в эту субботу в 11 и в 14 часов, и два представления в воскресенье. На спектакль пришлось вот в очень короткие сроки сейчас шить более 30 костюмов. Все артисты тоже работают, два состава, и заслуженные есть здесь, и ведущие артисты нашего театра. Так что вы всех своих любимых артистов увидите, приходите смотреть на то, как они играют брюки, на то, как они играют мочалок и прочие странные предметы. Всего будет 17 представлений «Мой Дадыра». Поэтому, если вы хотите прийти, нужно постараться быстрее бежать покупать билеты. У нас их разбирают очень быстро.